Лично мне обещали, если сегодня что-то произойдет, тебя закроют, мне все сказали. Пришли ЦПЧики и сказали, тебя закроют. И что с Шамиля делать? Закроют, Ахмада закроют, и Хамзада закроют, так, сказали это. Давайте объединяться, давайте... Мне жители Ленинского района Махачкалы выразили протест против застройки парковой зоны на улице генерала Омарова. В акции 13 ноября приняли участие более 200 человек. И это уже не первый раз, когда люди выходят на улицу, чтобы привлечь к своим требованиям внимание городских властей. Дороги нет, вот здесь дорогу никто не хочет делать. Здесь люди в садик ходят, в школу ходят, здесь дети, женщины. Даже дорогу не хотят делать. А тут появился человек, который дом может построить. Сколько лет вот этот парк стоит, уже никто не делает. Здесь нет действительно для детей, ни спортзала нету, ничего нету. Отсюда дети должны поехать в Спартак, Динамо, в этих пробках кататься, маленьких детей туда отправлять, целая проблема. Вот такой огромный поселок здесь нет, вот, действительно никакого зала. Хотя бы спортзал, парк вот здесь, выйти некуда здесь. Куда? У меня четверо внуков, где они должны гулять, отдыхать? Я должен парк Ленинского комсомола что ли, или туда везти через дорогу их? Вот все прикрываются тем, что здесь Абдулатипова человек строит. На Абдулатипова валят, думают, что если Абдулатипова племянник здесь строит, люди оставят так просто. Будем дальше требовать свои права. Мы не собираемся ни с кем воевать. Просто будем требовать, да, свои права, чтобы здесь парк сделали.